Ну что, друзья мои, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славный мукбанг. У меня сегодня суп солянка и багет. Лимончик и со сметаночкой. Со сметаночкой. Типа хлеб не ем, а сама багет жрать сейчас буду. Ну, когда хочешь жрать, мне кажется, все будет залетать. Солянку я готовлю с картошкой, друзья мои. Готовят, все готовят по-всякому, по-своему. Я готовлю с картошкой. Я знаю, что нужны определенные оливки, выращенные в определенное время, снятые секунда в секунду, в то время, которое надо их снимать с дерева, короче. Ну, не надо вот, как бы, свои рецепты. Каждый готовит так, как хочет. Что? Всем приятного аппетита! Я жрать хочу. И да, он с курицей. Очень вкусно. Как у вас дела? Как настроение? У меня замечательное. Здесь, короче, типа сыр, ветчина, укроп, по-моему. Ну ничего, вкусненько. О, шмат курицы. Сейчас с Настей сидели 4 часа с половиной с племешами. У меня вот такая вот голова. Вот такая, как тыква. Одному 2-й год. Второму 4-й год. Что у вас сегодня на обед? Сегодня вечером еду к Зите на работу. Постримим немножко, поугараем чуть-чуть. Бе, шкурка, бе. Кстати, да, хочу спросить, девочки, кто из вас и как готовит солянку? По какому рецепту вы готовите? Багет какой вкусный. Ну, я суп не приемлю без картошки. Ну, это потому что, блин, не насыщенно. Вот суп с картошкой, это нажористо. Поел так поел. Сейчас буду готовить пюре и жареную рыбку. И пол кастрюли солянки еще в наличии. Какой ваш любимый суп? Ну, я знаю, у многих борщ.
Вообще ничего говорить неохота, хочется просто есть. Просто жрать, жрать. Скоро у нас Тёмы день рождения. 16 лет уже. 16 годиков. Большая девочка. Кстати, я хотела сказать. Переходник, который я заказывала на Wildberries, не решил мою проблему с микрофоном. Не работает, друзья мои. Бесполезно. Так что снимаю я без микрофона. Хотя оба микрофона рабочие. Вот это я втоптала. Вот это я пожрать. Голодала бедолага. Как с голодного края. А знаете, сразу в душе так тепло становится, так приятно. Жизнь сразу играет новыми красками. Прям ярче. Очень вкусный суп. Прям вообще просто пушка. Пушка, гонка и ракета. Все, мои хорошие, спасибо, что покушали со мной. Всех обняла. Всем пока-пока.